3 февраля в 12:00 по московскому времени Дмитрий Волошин выступит с отчетом о проделанной работе за 2021 год. Кроме того, глава городского округа Химки озвучит приоритетные задачи на 2022. Трансляцию обращения можно будет посмотреть на YouTube-канале администрации городского округа Химки, а также на YouTube-канале Мосрег и на страницах Дмитрия Волошина в социальных сетях.